На совещании главы Чувашии и правительства республики обсудили освоение бюджетных ассигнований дорожного фонда Чувашии. В республике сократилось количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог. За первое полугодие 2018 года на 26%. Такие данные приводит МВД по Чувашии. Это следствие масштабной и планомерной работы последних лет. За 2017 и 2018 годы только на строительство, реконструкцию дорог, где-то дворовые территории, подъездные пути благоустраиваем, выделяется 9 миллиардов 500 миллионов рублей. Это за 2 года. Если взять историю, такие огромные средства на строительство, реконструкцию дорог мы не выделяли, по сути дела. Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской республики Владимир Иванов доложил, что объем дорожного фонда в 2018 году составляет чуть более 5 миллиардов рублей. В 2018 году планируется отремонтировать 65 километров региональных и межмуниципальных дорог, а на местной сети ремонтные работы будут производиться на расстоянии 235 километров дорог. То есть общий объем ремонтных работ по республике на год составляет 300 километров. По состоянию на конец прошлой недели объем выполненных работ – почти 32% от плановых показателей. Реализуются крупные федеральные проекты. По проекту «Безопасные и качественные дороги» в текущем году выполнены 52% запланированного объема. Согласно срокам, предусмотренным государственными контрактами, окончание дорожных работ и полное освоение средств дорожного фонда планируется в сентябре-октябре 2018 года. Михаил Игнатьев обратил внимание на удорожание одного из важных строительных материалов – битума. Учитывая, что на часть работ проектно-сметная документация уже составлена, необходимо проследить, чтобы строители не начали использовать более дешевые составы. Нарушений технологий допускать нельзя, поставил задачу глава республики. Он также напомнил о необходимости своевременно убирать мусор вдоль автомобильных дорог республиканского федерального значения, приводить в порядок остановочные павильоны.